По прогнозу у нас вроде стабильный плюс, следовательно, считаем, что летний сезон открыт, а это значит, что пора расхламлять балкон. Кстати, напишите в комментариях, какую роль выполняет балкон в вашей квартире, кладовка или уютное место для отдыха. До появления нашего первого кресла-качели этот балкон был завален какими-то вещами, зачастую даже ненужными. Но с появлением качельки-кричельки все кардинально изменилось. Балкон очистился от хлама, появились полочки и ящички для аккуратного хранения. Сюда перебрались мои немногочисленные растения, а во главе сего помещения поселилось украшение – подвесное кресло-качели. Изготовленное, кстати, моими собственными руками. Оно легкое и компактное, поэтому на зиму мы его, конечно, убираем, чтобы не пылилось. А летом вешаем на балконе и кайфуем теплыми вечерами там под кальянчик или кофеек. Вот такое преображение обычного небольшого хрущевского, кстати, балкончика. По вопросам о заказе подвесного кресла-качели пишите мне или переходите по ссылке в описании к этому видео.